решила пойти в магазин за вкусняшками и взялась большую пачку чипсов. Я подхожу на кассу. Продавщица это была бабушка. И она мне говорит: «Зачем вы портите себе желудок, дети?» А это я ей ничего не ответила и просто протянула деньги. Она так на меня смотрит и говорит: «А ты че со мной так разговариваешь?» А я молчала. «Я бабушка уже старая, я лучше знаю». Я продолжаю молчать, потому что только не знаю даже, что мне ответить. И тут она говорит: «Ну раз ты меня игнорируешь, я тебе ничего продавать не буду». Берет эту пачку чипсов и кидает на пол. Я говорю: «Извините, но что вы делаете? Это мое дело, что мне покупать. Я хочу купить интересующийся мне товар, вы обязаны мне его продать».